Всем доброе утро! У нас сегодня на завтрак вкуснейшие вафельки венские. И будем их кушать вот с такой вот карамелью. Соленая карамель. Сейчас делаем кофе. И я, наверное, себе еще кашку сделаю. Посмотрим. Смотрите, как красиво смотрятся вот эти свечи. Эта подставка вообще, она классная. Она для одной свечи, но и здесь еще вот место есть. Можно разместить и вторую свечку. Вообще красота! Меланка сегодня идет в кинотеатр. Заберем ее, покушает быстренько. В кинотеатр они идут на фильм. Фильм называется там какой-то «Школьный переполох», если не ошибаюсь, как-то так. Слушайте, я так замерзла. Я сейчас в пижаме еще надела халатик. Кстати, он такой тепленький, мягенький. В интернет-магазине мой любимый Василек покупали. Прям такой мягенький, класс. Ну, я прям вообще замерзла. Очень-очень. Может быть, потому что помыла волосы. У меня мокрая еще голова такая влажная. Сейчас покушаю, буду сушить феном. Вот еще заварила себе кашку. Милкину пиалку в детскую. Ну, потому что те в посудомойке наши беленькие такие вот. Лика уже открыла карамель. А это что за карамель? Это другая, да, какая-то? Пряная с корицей. Вкусняшка. Все, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Заехали Миланке взять бургер. И занесем ее, она покушает. И потом отвезем... Ну, они сами, наверное, пойдут уже от школы вместе с классом в кинотеатр сегодня, я уже говорила. Вот. Бургер привезем, потому что в школе особо такое, знаете, ну, там суп она не будет кушать, кашу она не будет кушать. Какие-то шоколадки можно там купить, но это не то. Вот поэтому бургер ей завезем. Слушайте, мы вчера болтали на эту тему. Обед в школе стоит 130 рублей. Я говорю, каждый ребенок бы променял этот обед на два бургера. Угу. По той же цене. Так они ничего там не едят, поковыряются ложками. Ну, да. Как по мне, 50%. Да. Половина, конечно, все съест, но основная масса ничего там не ест. Ну, у нас даже вот на собрании мы этот вопрос часто обсуждаем. Многие говорят, что, ну, как бы, многие дети особо, ну, там ковыряются, что-то там поклюют, супчика две ложки, там, эту лапшу, там, ложку, и, в принципе, все оставляется. Вот, на самом деле лучше что-то в школу, даже тот же бургер, там 60 рублей, да, этот бургер? Самый дешевый бургер 60 рублей. Но он очень вкусный, там и котлетка хорошая, именно такое филе, да? Нет, в этом котлетка, вот чизбургер, что Миланка любит, берет, он 89, там котлета именно курица. Не котлета, а курица, а? Его сейчас возьмешь? Ну, конечно. Вот, ну даже 89, там такой полноценный большой бургер с котлетой, ну с не курочкой, котлета, с курицей, да, с филе куриным. Овощи, булочка, и ребенок наестся только так. Ну и можно сок взять, но это будет 100 рублей, да? 130 рублей, там с хвостиком, получается у нас обед, ну и получается, по сути... Ну, мы не видели, может и хороший там обед. Ну, я знаю, что там есть какая-нибудь лапша, ну вот такая вот... Макароны, короче, да. Могут там сосисочку дать. Что там еще? Супчик какой-нибудь. Компот. Ну, нормально. Первое, второе. Первое, второе, да. Но, не говорю, вот на собрании как вопрос этот поднимается. Сосисочка не очень. Ну, конечно, все самое дешевое. Здорово, пожалуйста, я слушаю. Здравствуйте, чизбургер один. Угу. Все, спасибо. Проезжайте далее. Вот, поэтому как бы так себе. Взяли Миланке чизбургер. Сейчас завезем. А еще сейчас заехали на Валберес. Заберем, заказывали, знаете, что попкорн разных вкусов. Сейчас посмотрим вообще, как он выглядит. Миланке хочу дать с собой. Пусть покушает там салфеточки антибактериальные возьмем. У нас тут еще вот это вот средство от Миксит. С антибактериальным эффектом. Очень классно. Мы еще на море брали. Вот столько осталось. Очень выгодная упаковочка. Вот. Так что все обработаем. И салфетки антибактериальные. Ну, здесь нет, но у Миланки
у Миланки с собой есть. В школу с собой берет салфетки антибактериальные, так что возьмет, чтобы там в кинотеатре вытереть руки. Так, вот такой вот попкорн. А здесь 6 разных вкусов. Слушай, он уже готов? Может, вы... Уже прям готовы, ага, да? Со вкусами разными. Жареный. Причем бекон и сыр. По отзывам там прям, да? Сочный вкус. Ну, если сладкий, то прям карамели много. Так. Что тут еще? Ой-ой-ой. Вкус. А что за вкус? А. Соленый просто классический. Готовимся к коньякам. Это что за вкус? Сыр чеддер. Так, ну тут в принципе, собственно, вот и написано все вкусы, чтобы все их не доставать. Значит, попкорн соленый, сыр чеддер, жареный бекон, сыр и сладкий клубника в белом шоколаде, 2 шоколада и кокос с молочным шоколадом. Вот. Миланка выберет, какой мы захочет. Говорили, да? Да, все 6 вкусов, вот какие есть. А Миланка выберет, какой хочет, и пусть там с подругой кушают, смотрят фильмы, кушают. А Илья, кстати, хочет с нами сесть и нам поделиться. Сказал, а не надо вот оно само есть. А Илья сказал, что он купит попкорн, что ли? Да, да. Так, выбираю. Там есть, значит, сладкий. Достань один, я тебе скажу вкус. Один достань. Смотри. Смотри, значит, есть просто соленый. Есть сыр чеддер, жареный бекон, сыр. И сладкий есть. Клубника в белом шоколаде, давай, 2 шоколада. Клубника в белом шоколаде. И кокос с молочным шоколадом. Я тебе сейчас достану. И бургер Мил, сейчас руки вытираем. Достань салфеточки. Так, это сыр. Милана, где твое это Hello Kitty? Вот отсюда с шапочкой. Чемоданчик. Ой, а что ты достань там его эти салфетки, я не взяла в машине. Влажные. Я скажу, а вот не надо. У нас свой есть, да? Тепленькие еще. Вкусненько. Зашли сейчас в Карри. Погуляем как раз потом Миланку часа, получается, через 1.5-2 забирать. И мы зашли вот в Карри, посмотрим. Потом еще в магазин хотим зайти. С ней хочу борщ делать. Нужно купить кое-какие продукты. Открылся большой Карри у нас здесь. И смотрим, что тут есть интересненького. Там вот, смотрю, одежда появилась, да? Не было. Да, сейчас посмотрим Миланке, кстати, да, школьные вещи. О, какой большой, да? Прям магазинчик. Смотри, рюкзачки. Какой рюкзачок интересненький. А вот детская. Вот школьная, сейчас глянем. Нам сарафанчики, юбочки не нужны. Такая кофточка симпатичненькая, смотрите. 1000 рублей. Такая мягенькая. Нам как бы школьные только брючки нужны. Ну что ты там не нашел? Вот такие они, больше как лосинки. Посмотрим. Ну сейчас гляну. Кофточка 1300. Почти что как у Миланки. О, ну вот эти тонкие. Ну, да. А прям тонкие-тонкие. А вот дальше смотри. Такие же, да? Угу. Они прям тоненькие, да.
А здесь такое летнее все. Купальнички. Да. Здоровско, хочу на море. Хочу на море. Смотрите, какие шляпы по 299 рублей. Не идет такая? Понятно. Ох, как тут много сумок разных. Это да. Зашли сейчас в фикс-прайс. Смотрите, здесь пакеты для шин. 4 штучки, 55 рублей. Сейчас вот будут все переобуваться и, конечно, быстренько все это разберут. Но у нас есть пакеты, я вот думала взять. У нас, конечно, у нас есть, оказывается, да. Тряпочки для автомобиля. Тишина такая, что-то сейчас, да? Угу. Новогодняя это новинок. Перед бурей. Пока в фикс-прайсе я не вижу. В принципе, все, что было, все то и есть. Никаких новинок особо и нет. Смотрите, какой цветок красивый на клипсе. Цвет красивый. Очень. Прям. Я борщ делаю с фасолью. Делаю такую зажарочку. Минут 10 сейчас у меня тут потушится. Здесь у меня уже курочка варится. И сейчас буду, уже почистила картофель, нарежу картофель, капусту, потом все буду добавлять к бульону. Мы еще испекли домашний хлеб, домашнюю лепешечку. И борщик у нас тоже готов. Еще знаете, что купили? Сейчас вам покажу, что мы купили. К борщику это вообще огонь. Такой вот остренький перчик. У вас? Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами.